Ну, на кого здесь обратить внимание? Ну, наверное, скорее всего, надо все-таки на хозяйку трека, да, Ники Ван Ловерен, спортсменка из Нидерландов, 52.04, у нее личный рекорд 52.06 в этом сезоне. Далее пятую дорожку, по пятой дорожке она побежит. Анна Васильева из Греции, четвертая дорожка. Представляют нам одну из фавориток этого забега Патрисию Весикевич из Польши. Ну, еще, наверное, давайте уж всех остальных тоже представим. Помимо тех, кого я уже назвал. Виона Крезю, спортсменка из Косово по второй дорожке. Аделина Пастор, румынка, шестая дорожка. Лаура Буэна, испанка, седьмая. И Бенедикт Хаук, Норвегия, восьмая. Ну, спортсменки малоизвестные, но вот за исключением, пожалуй, спортсменки из Голландии. Румынка Пастор довольно-таки часто выступает на европейских соревнованиях. Ну и вот Анна Васильева, гречанка. Спортсменка из Польши, я думаю, потенциально тоже может очень неплохо пробежать. Патрисия Васикевич. Да, вот полячка неплохо начала. Очень уверенно бег ведет Ван Ловерен. Вот гречанка Анна Васильева выходит первый на финиш. Посмотрим, что будет на финише происходить. Но вот добавляет Ван Ловерен. Судя по всему, она выиграет этот забег. Но при такой сумасшедшей поддержке трибуны она не может этого не сделать. Да, да, да. Ну что? Вот даже видите, какая активность трибун в этом забеге вдруг обнаружилась. 52-45. Ну что ж, уверенно. Уверенно, тактически правильно построила бег. И на финише все, что необходимо было, сделала. Ну что, конечно, радуется. Конечно, много школьников здесь на утреннюю программу. Я думаю, их специально привозили. И, конечно, они поддерживают всех, кто бежит в форме сборной Нидерландов. Подготовились они. Да, молодцы. Вот популяризация.